учреждении станции юных техников прошел открытый городской чемпионат по автомобильному спорту в городе Уфа. Целью чемпионата является развитие автомобильного спорта среди обучающихся. А задачами является пропаганда здорового образа жизни и содействие массовому развитию трассового автомобилизма. Энергия соперничества ощущалась в полной мере на соревнованиях, где мастерство водителей было на высоте. Этот захватывающий чемпионат был возможен благодаря поддержке управления образования администрации городского округа Уфа в Республике Башкортостан и организаторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования станции юных техников. Героические сражения проходили как в индивидуальном, так и в командном рейтинге, где каждый участник стремился к славе и признанию. Автомодельный спорт, также известен как трассовые модели, это вид спорта, который включает в себя гонки на моделях автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, управляемых с помощью радиоуправления. Участники соревнуются на специально построенных трассах, часто имитирующих реальные трассы гоночных площадок. Гонки на трассовых моделях требуют от участников не только хороших навыков управления моделью состояния, но и технические мастерства при настройке и обслуживании моделей. Этот вид спорта пользуется популярностью у любителей автомобилей и моделизма, а также считается захватывающим развлечением для тех, кто интересуется автомобильным спортом.